и о встречах с животными иного рода. В Приморье туристы столкнулись с тигром. Историю кадры опубликовал портал Newsbox24. Полосатый прогуливался в районе Шкотовских водопадов. Сидел в кустах всего в нескольких метрах от людей. Туристы успели запечатлеть хищника на видео. Основная часть компании сидела в машине и снимала оттуда, а один из мужчин подошел близко. Встреча людей и большого хищника продолжалась несколько минут. В честь Нового года, старого если Нового года. Если есть, дайте колбасы ему. Кого? Да какая колбаса? Обалдеть, да, красава, да, вообще. Да, да что-то хромает. Специалисты из центра «Амурский тигр» уже посмотрели видеозапись и отметили, что тигр не демонстрировал агрессии. Судя по всему, хищник шел по дороге, машины его спугнули. Вот он и затаился. У тигроведов вызвали вопросы поведения туристов. Люди себя вели достаточно неправильно. Если бы тигр на них напал, его вины в этом бы не было. Мы должны понимать, что нельзя преследовать хищников и приближаться к ним на такое расстояние. Нужно было проехать мимо, и тигр никого бы не тронул, как в принципе это и произошло. Судя по тем записям, что есть, тигр оказался мудрее людей, поэтому никаких последствий встреча не имела.